Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Андрей. Мы на канале Devian Underplay. Продолжаем проходить Uncharted 4 Путь Вора. Пожалуйста, поставь лайк этому видео, поддержи подпиской. Давайте соберем 1000 подписчиков на канале. Я обещаю, дальше мои видосы будут еще круче. Ну что, поехали? Добрались мы в прошлой серии до Либерталии. Оказалось, это не деревня, блядь. Как они там предполагали, домик деревни – это огромный город. Ну и, собственно, движемся дальше. Движемся дальше, ищем сокровища Эвери, ищем головоломки, загадки, блядь, что здесь происходит, что творится. Будем смотреть. Чё? Похоже, мы нашли местную таверну. Пираты всегда пираты. Да, пираты всегда пираты. Сурово. Столы сломаны, стаканы разбиты. Пираты есть пираты. И? Интересно, это будет что-нибудь, нет тут? Видимо, нет. Чё там? Чё нашёл? Чё это за херня? А как там? Наверх же можно как-то залезть? А, так здесь мы сидели. В прошлой серии мы здесь сидели, поэтому повторять мы этого не будем. Я понял, мы отсюда спустились. Окей. Спустились и пошли вот сюда. Здесь на самом деле много чего можно посмотреть. Эй, Сэм, посмотри. Кузница. Типа вот такого вот. Здесь делали сабли. И чё? Ну делали и делали, ладно. Защищайся, пёс! Класс. Я просто... Ну да, я понял. Ну, как раньше. Да. С детства уже заиграл. Тоже мне пират. Так. Они торговали с другими колониями? Если да, то не на этом острове. Иначе про него бы все узнали. Логично. Раба торговля, что ли, здесь была? Ну, точнее, не здесь, а... Вообще, раба торговли занимались? Так, отсюда мы спрыгнули. Все, сюда не ходим. Сюда не ходим больше. Это что такое? Конюшня? Опа. Кости лошадей. Привязанные. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой? А, что-то здесь нечисто. Че, опять рисовать? Ладно, давай рисуй. Что ты думаешь, тут произошло? Да хрен его знает, что тут произошло. Блять, ну сколько балаболит-то можно с тобой? Ну, все хорошее когда-нибудь кончается, так? Я, конечно, шучу про проклятое сокровище, но после всех твоих историй... Обычно верный вариант – это самый простой вариант. Обычно. Ну, ух, блять. Смешно залез. Че это? И? Ну и нахрена оно мне надо? Не знаю. Так, осматриваемся, смотрим, знакомимся, что тут было раньше. И все, что ли? Ничего интересного. Хоть бы что-нибудь рассказали. Что здесь было, как тут было. Ни хрена подобного. Возможно, я не все осмотрел, но да, ладно. Так, нет. Еще не все. Эй, Сэм, смотри! Пиратский кодекс поведения. И что там написано?
Переведешь? Читаем. Почему они бросили лошадей? Закон пятый. Тот, кто бросит оружие и откажется защищать Либерталию, будет предан смерти. Неужели разбойники, убийцы и воры действительно следовали этим правилам? Ну, возможно, а почему нет-то? Пират, он и есть пират. Чего ты так медленно идешь, ты бить, блядь? Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Представляешь, как тут было раньше? Как? Че это? Опять ваза, блядь, какая-то. Монгольская ваза. Или могольская. Ну-ка, ну-ка. Да, блядь. Ладно, потом посмотрим. Мне показалось могольское сокровище. Могольское, да, могольское. Я думал, монгольское. Были такие, были. И на самом деле... История Генри Эвери, она не вымышленная, он реально был на самом деле. А вот что касается... Эй, смотри, здесь жили семьи. Да, но куда же все подевались? На небо их забрали, что ли? Кукла какая-то. А вот что касается Либерталии, то здесь скорее ее не было, чем она на самом деле была. Это как больше миф или легенда. На самом деле. И тут я не знаю, от чего отталкивались. Naughty Dog, когда создавали эту игру. Ну, конечно, здесь половина вымышленного, естественно. Естественно, половина вымышленного, потому что... Сейчас, подожди, Сэм, приду. Потому что Генри Эвери, тело так его и не нашли. Он куда-то уплыл там на своем корабле, и то вместе с Томасом Тью. На самом деле... И так его местонахождения нигде не было. Эй, похоже, тут есть какой-то проход. Место на... Ну и чё, проход, не полезешь же вот туда сейчас. И местонахождение его так и не нашли, а также все его богатство, которое было там, жемчуг, серебро, золото. Это так и не нашли. И где это находится, никто до сих пор не знает. Поэтому разработчики Uncharted, видимо, и решили, что оно где-то вымышленное. Здесь Либерталии, и в новом Девоне, где Генри Эвери был на самом деле, жил и родился. Поэтому оно, наверное, там. Маленький спойлер. Когда искал тебя, так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Логично. Ну, при таком-то богатстве вполне. А чё нет-то? Эй, Нейт, посмотри! Чё? Где ты? И чё? Ну, голову здесь отрубали, наверное. А, нет, не голову отрубали. Это для заключенных. Для арестованных, или как там это раньше было, их сюда помещали, голову, руки, и они не могли никуда уйти. Чё посмотри-то? Ну, посмотрел я, и чё дальше-то? Ходим, бродим, чё ищем, непонятно. А там чё? Не, ну подожди, нам туда пока рано. Мы тут как бы еще не все осмотрели. Здесь были? Не были. Че это? Замок? Окей. Замок. Что-то там сверкнуло или мне показалось? Древний каменный горшок.
Ладно. Да, блядь, что ты катаешься-то? Пойдем. Нету тут ни хрена. Так, камеры, камеры. Тоже ничего нет. Хоть бы записку оставили, не знаю. Чё ты замолчал? Ты же все там что-то спрашиваешь, все рассказываешь. Как-то ты что-то погрустнел, мне кажется, сын. Чё-то ты погрустнел. Ладно, пойдем. Где ты? Нечего нам тут делать уже, наверное. Пора двигаться дальше. Сюда, за мной. Так. Там окно, но окно какое-то заросшее. Что-то, судя по всему, куда-то вот сюда. Эй, Сэм, сюда. Здесь что-то есть. Я сейчас. Тихо, чё? Ладно, ну, обратно идем другим путем. А зачем вам обратно? Вы еще не дошли до туда, до куда вам нужно. Так, лево-право. Ладно, пойдем тут. Странно. Тоннели как-то примитивнее, чем остальные. Там что-то мигает вон. Словно их копали в спешке. Как туда пройти? Да, именно. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Да, но вряд ли они от самих себя... От самих себя-то прятались. Похоже на схему торгового квартала. И... Вот наше сокровище. Где? В этой башне. Что они задумали? Да ладно. Опять сокровище. В этой башне, не в этой. Ну, хотя, может быть, почему нет? Так, ладно. Куда нам? А, это лестница? Тьфу ты, блядь, ее так сразу и не заметишь. Здесь, я надеюсь, никого не будет. А, ну вот этот проход. Че это? Расписная медная бутылка. Окей. Пошли, встал. Скромная церковь. Вот это что. А туда никак залезть-то нельзя наверх? Там вроде вон лесенка какая-то есть. Нету тут нигде прохода. Так, стоять. Это что? А вот как мы выберемся. Да слышь, выберемся, я наверх хотел попасть. Ладно, пойдем, что. Так, порядок. Что там, блядь, там вниз куда-то? Там внизу виден свет. Хрена себе, блядь. Охренеть. Эй! Это как в этом, блядь. Тут тоже колония. Во второй части был этот Шамбала, город затерянный. Где-то, блядь, тоже почти... Да прыгай ты уже. А я там голоса слышу. Где-то под землей и здесь что-то решили... Так же, что были где-то наверху, тут обрывы, погнали дальше. Да, блядь, сейчас начнется. И их тут до хрена, судя по всему, ладно? Че, вижу, блядь. Черт, солдаты, нас еще не заметили. Пусть так и будет. У меня есть снайперская вин... Не высовывайся, хотел сказать тебе то же самое. Винтовка, это же она? Да. Я думаю, найти, может, здесь какой-нибудь укромный прям такой уголок, откуда нас не будут видеть, и я буду оттуда Блядь, зря я, конечно, оттуда спрыгнул. Очень зря. Мне прям охота из нее пострелять. Вот дальних тех поснимать, ублюдков, сразу.
А что стелсить? Интересно, конечно, но... Но... Блядь! Так, повеселимся. Отлично. Тихо-тихо, да ухожу, ухожу. Застрелялся я что-то. Опа, нихера. Можно было, да, все-таки? Где еще? У меня 4 патрона осталось. Готов. Есть. Опа. Здорово. Тихо. Где? Ладно. Бронированный. На-ка гранатку. Да, сука, он сюда идет. Сэм, посмотри, с него там броня слетела, нет? Все, готов. А, у меня винтовка пустая. Все, понял. Оба, оба. Ха-ха-ха, сука. Попал я, блядь. Да, я попал. В тебя. Что такое? Это автомат. Где вы есть-то? Так, все, вижу. Греночка. Так, бля. Вы что, охренели, что ли? Какая-то непробиваемая хрень. Сейчас мы тут засядем, вы нас потеряете, и мы вас охерачим. А чё, всё что ли? Или нет? Бузи. Так, давайте этот автомат возьмем. Хороший, да, хороший. А чё, у вас же много было? Сэм, ты их всех укокошил, что ли? Не-не-не-не-не, вон кто-то ходит. Кто-то ходит. Спокойно. Блять. Ни хрена, козел! Еще обзывается, главное, блядь. Иди сюда. Все? А и то, и другое. Сокровища. Хотят нам помешать и ищут сокровища. Боятся, что мы вдвоем. Где? Боятся, что... О, винтовка снайперская. Боятся, что вдвоем мы их перебьем. Ну, там Салли еще, конечно. Здорово. Где? Блять, как меня вот эти вот бронированные хрены бесят просто. Где он? А, вот ты где. Блять. Отцепись. Так, нам надо что-то поменять, по-моему. Снайперскую винтовку на что-то другое. А ты где уже? Ай, тупик, 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 блядь.
сволота такая. Еще остались? Или это все? Все. Это все. Ты как? Чего? Запыхался. Курить меньше надо. Запыхиваться не будешь. Так. Пойдем дальше. Что-то мы все выше и выше куда-то лезем. УЗИ. Тут вот до хрена будет, конечно. Ладно, давайте возьмем. И автомат. Окей. Так. Это нам вон туда. Понял. Да блять. Застрял. А мы вот так вот сделаем. Опа. В смысле, ты где? Бляха, муха. Дрейк, ты чё? Это нам на башню на эту надо? Ладно. Просто ты как-то прыгнул куда-то коряво. Во. Сюда вот надо было. Сэм, ты где? Так, куда? Бля, что-то я заблудился. Тихо, вон туда. Ну, я так думаю, по крайней мере. Ага. Сэм, пойдем, нашел. Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно. Вдвоем, не надо на ней висеть. Вот эти доски непрочные, ладно, блядь, за которые вы так цепляетесь и прыгаете. Где? Ну я и смотрю, музыка что-то заиграла. А вот винтовочка-то снайперская сейчас бы пригодилась. Каким-таким, блядь. Деревни грабили, вот это зря вы, конечно. Сейчас вы за это получите бездюля. Прям вот бездюля. О, а нам что? Нам не запрыгнуть, что ли, туда? Вот с этой такой ерунды. Да Дрейк, блядь. Здорово. Шума. Да отцепись, блядь. Греночка. Так, где-то он тут ходит снизу. Сэм, блин, ты как слон, реально. А, вон он. Погоди, это мне точно не послышалось. И в другую сторону пошел. Музыка-то начала. Граната, блядь, в воздухе повисла. Бак. Все, это все? Так,
как нам... Опять цепляться. А долетишь ты до туда, нет? Ой-ой-ой-ой-ой! Блять. Сколько вас тут? Что-то я как-то далековато отпрыгивал. Чё, где? Где? Мы сейчас в травку залезем, у вас тут много. Надо было его просто выпнуть отсюда и все. Тихо, никто нас не видел, вроде. Я вот думаю, что там наверху, вот на этой вот херне кто-то еще может быть. Опа. Что это было? Спрячься. Спрячься. Сын, ты молодец, блядь. Опять это что ли хрен тренированный? А куда ты стреляешь, что его тут нет, блядь? Чуть не завалили меня. Давай, я или ты, блядь. Отлично. Да вы заеб... Блядь. Где он, сука? Готов. Покажи хайло. Да сука, это автонаведение долбанное. Тихо, граната была. Где-то гренка тут валяется, да. Да сука, кто, блядь? Надо их с тыльной стороны обойти. Где? Я тебя вижу, блядь. Опа. Все. Игра, ты что творишь-то, ну? Пока да, но лучше поторопиться. Сколько у меня патронов? О, ноль. Вовремя заметил. Так. Неплохо, неплохо. Чё, куда идем-то? Задание какое-то. Пятачок, ты где, блядь? Куда идем с пятачком? Сюда, что ли? И? Нет, нам надо вот на ту херотень как-то залезть. Как-то надо туда залезть. Как это сделать, я сейчас пока не пойму. Сэм, ты понимаешь что-нибудь, нет? А, Сэм? Бля, реально, мы вообще не сюда залезли, что ли? Так, туда нам точно не надо. Так, давай поищем дорогу. Да. Дорогу? Да я был вот рад дорогу-то поискать, да что-то у меня пока что-то не получилось. Ну где ты же, блядь? Сука, здесь ты не допрыгнешь, не залезешь.
И? Снейп, сюда! Куда? Ух, нихера ты куда ушел-то? Эй, блядь! Крючок где, сука? Хрена ты молодец, сын. Не глядя, просто взял и херанул куда-то. В пустоту, блядь. Ну, готов, готов. Сейчас. Давай. Спасибо. Какой вид у нас открывается. Гора такая интересная. Что-то мы вокруг нее ходим, вокруг да около, вокруг этой горы. Сначала с одной стороны были, потом с другой. И чё? Чё ты думаешь, того же, блядь, пошли? Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Там не то, что высоко, там выше некуда просто. И оп. Прыгают так смело, тут уже, мне кажется, сгнило все нахрен. Да, вот такие вот. Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Да? Обалдеть. Все выше, выше лезем. Ну, что встал? Здесь-то, блядь, куда? А, лестница. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Не в первый раз же. Ой-ой-ой, тихо, в другую сторону. Так, а тут что? Ты серьезно? Подожди. Я осмотрюсь. Да хорош ты, мне кажется, не допрыгнешь до туда. Я допрыгнул. Допрыгнул. Как там у тебя дела? Роскошный вид. Нет. Дай руку мне, слышь. И чё? Куда, блядь? Вот это высота. Да отойди ты, дай я разбегусь-то, ну. Улетит-то до хрена. Оба. Давай, я вот до сюда допрыгнул, докуда ты допрыгнешь? Херня. Молодец, старший брат. Не отставай только. Эй, забыл, кто тебя этому учил, а? Засранец. Засранец. А тут уже такие постройки прям не деревенские, а уже такие какие-то более поинтересней, каменные. Пошли, видишь окно? Лезь. Нечего там разглядывать. Что-то маленький клочок перестрелки. Так. Теперь что? Верь мне и делай, что и говорит. Все. И опять мы ходим с вами. И опять прыгать нам надо. Отлично. И еще раз. Что, прям все делать? Все. Да. Делай, делай как я. А я посмотрю. Ну прыгай. Ну прыгай. Мне, блядь, всегда было интересно, почему я вот здесь стою, ты не прыгаешь? Ты боишься, что в меня приземлишься, попадешь и... Не долетел? Сука, я думал, не долетел. Ладно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Обезьяны. Чё? Теперь мы точно в богатом районе. Ну давай. Это не жилые дома. Думаешь, тут были их
органы власти? Пожалуй. Просвети, где мы? Градостроительный комитет Либерталии. Да. Может и налоги? Ладно, я наверх. Как знать. Я наверх, а тут ни хрена. Тут ничего. Да. Только что хотел я это сказать, что здесь ни хрена. Ваза какая-то. А, так она какая-то пластмассовая, что ли, блядь? На нахуй. Сука. Размяться хоть. Какие-то, я думал, они, блядь, из чего-то глиняные какие-то. Пластмассок понаставили, блядь. Для красоты. Пиздец, блядь. Как бутылка пластиковая. Так, оттуда мы съехали. Ладно, туда пойдем. Что-то музончик начинается такой. Интригующий. Ты где? Пошли. Я вход нашел. Вау. И что это? Ни хрена. О, а вот и пропавший человек. Хотя бы часть. Господи. Что-то прям до хрена их тут пушки, валяется. Баррикады. Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? Че это? Так, а это стой. А может, легенды не врут про попугаев? Что это за символ? Так, это мы читали. Это Либерталия. Это что-то паршиво. Че ты кого тут нарисовал-то? Пират, наверное, который к мачте у нас приклеен. Это что? Три креста? Ну все, это мы видели. Остальное потом посмотрим. Что? Что такое? То есть колонисты против солдат. И если наверху сокровищница, получается, кто-то захотел забрать сокровища. Да, надеюсь, им это не удалось. Да. Не хотелось бы, конечно. Здесь ничего порыскать-то нету. Разработчики нам никак нету. Вот. Здрасте. Так, что это? Могольский кувшин. На кальян похоже чем-то. Ну, ладно, пошли. Сюда же нам. Вот мне интересно, удалось ему тащить сокровище или нет. Все-таки это было давным-давно. Ого, впечатляет. И как это все сделали? Рычаг. Че, это лифт или что? Нет. Ну, не хочешь помочь? Как всегда. Да. Давай, на счет три. Пусто. Ну, конечно. Обидно, но пусто. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Бляха, как время быстро идет. Глава 15. Воры Либерталии. Пусто. Пусто. Ну а ты что, хоть монетка бы одна завалялась бы где-нибудь. Ничего нету. Еще ящичек. Что это? Старая опись. Декларация круза корабля Destiny, отплывающего в Либерталию из Кингсбэя. 100 серебряных монет, на-на-на, ля-ля-ля.
Монгольская скульптура, скульптура. 12 лошадей, 4 бочонка вина. Опись. Так, может, еще что найдем? Что это? Вор? А это кто? Это же пират какой-то. Интересно. Ничего. Куда все делось? Звезданули это все. Раз здесь его нет, какой вопрос остается? Вот еще один. Варьё, блядь. Не. Чё? Нейт, иди сюда. Эй, Нейт, посмотри. Чё, я ж только что тут проходил. Что у тебя? Деньги Либерталии. Золото? Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета. Все эти пустые полки. Оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось. А как оно здесь? В чем оно тут лежало, если это золото? В шкафах, что ли? Мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Не. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери. Тью. Основатели Либерталии. И везде написано «вор». Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Ну, потому да. Что вот эти ребята его уже забрали. Логично. Только куда? Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Ха. Я знаю, где оно. Где? Что? Где? Что, это карта? Это карта. Ха, вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. Да. И на каждом стоит... Что-то сдается мне чуть-чуть, там что это... Жили. Конец игры скоро у нас будет. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. Че рисуешь? И скажи. Как бы нам наверх забраться? А, зарисовал такие новый Девон? Как забраться, будем искать. Будем искать. У меня идея. Какая? Ну где да. Где ты? А, что там нашел? Шкаф. Давай. Так, готов? Готово. Первый раз какую-то он идею предложил. Давай, говорит, шкаф нажмем. А то все я, блядь, то и люстру крутит сам, блядь. Почуял, что сокровище где-то рядом. Вот так. Роскошно выглядит. Давай, роскошно. Так, ну, собственно, неожиданно, как всегда, быстро у нас подошло время нашей серии к концу. Что будет дальше, мы увидим с вами в следующей серии. Я думаю, финал у нас не за горами. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Пожалуйста, подпишись на канал, поставь лайк этому видео. Давайте соберем 1000 подписчиков. И дальше будет еще круче и еще интереснее. А мы с вами увидимся в следующей серии. И всем до встречи, ребята. Всем пока-пока.